Здрасте всем, привет всем. Наша свадьба была в августе этого года, и когда пришло время выбирать видеооператоров, наши организаторы, Адажо, скинули нам несколько портфолио, и мы независимо друг от друга остановили свой выбор на Юкэнон, о чем ни капли не пожалели. Наше такое знакомство началось с того, что мы поехали снимать Love Story в Екатеринбург. Это такой небольшой ролик о нашей истории любви. Так как для нас это такой опыт впервые, мы немного переживали, да и вообще мы очень стеснительные ребята на камеру. Но с первых минут все волнение ушло. Спасибо за это, Ваня. И хочется сейчас обратиться к невестам, женихам, которые планируют свою свадьбу. Если вы думаете, нужно ли вам Love Story или не нужно, определенно нужно, потому что это память, которая останется вам на всю жизнь, будет вас согревать. Что касается самой свадьбы, тут также не было абсолютно никакого дискомфорта при работе, все было супер круто. И когда мы получили наш свадебный фильм, это превзошло все наши ожидания. Это просто шедевр, который хочется пересматривать и пересматривать каждый день. Мы с большим удовольствием приглашаем к нам наших друзей, родных и делимся этим фильмом. И опять же вспоминаем, переживаем все те эмоции, которые накрывали нас в день свадьбы. Фильм. Фильм — это просто шедевр, пацаны. Вы продали душу дьяволу? Я рыдал, как девка на свадьбе. Это были еще цветочки. Спасибо вам за вас, что вы появились в нашей жизни и стали частью нашего самого главного и счастливого дня в нашей жизни. Мы вас любим.